Городская дума исправляет бюджет. Очередные коррективы и финансовые поправки законодатели внесли на пленарном заседании. Планируется увеличение бюджетных ассигнований на 1 167 000 рублей за счет поэтапного повышения оплаты труда педагогическим работникам учреждений доп. Образования. Еще 255 тысяч пойдут на предоставление ежемесячных выплат многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей. Нереализованные на ремонт автомобильных дорог из-за окончания строительного сезона средства в размере 16 миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий на компенсацию части потерь в доходах предприятий городского электрического транспорта. Без этих вливаний предприятие, казалось бы, в очень тяжелом положении. Поэтому депутаты, зная и чувствуя ответственность за социальное значение этого вида транспорта, троллейбусов, приняли соответствующее решение поддержки муниципального предприятия. Было также выделено средства на поддержку системы охрана общественного порядка, выделены дополнительные средства на проведение механизированной уборки города Иваново.